В 11-12 серии сериала «Лихач» вы узнаете, как главного героя вызывают в Петербург для участия в сводной группе, созданной министерством в рамках расследования дела банды. С ним увязывается Алиса, мечтающая посмотреть петербургские вузы. В Питере Лихач встречает холодный прием. Семенов отправляет его в отдаленные районы области на проверку подозрительных машин. Проверив все варианты, Лихач находит подходящую по описанию машину, а затем и первого подозреваемого, бывшего гаишника Копаева. Покуда отец занят на работе, Алиса пытается наладить контакт с Вадиком, но тот все время от нее ускользает.